Всем привет! Мы прямо сейчас находимся в Гурьевске. Хотим заново объездить все города. Я говорил о том, что начну с Советска, но проект зарождался в Гурьевске. Тем более мы находимся, какой-то новый сквер сделали. Видите, что-то поменялось. Собственно, об этом, наверное, мы будем говорить полностью во втором сезоне «Путеводителя по городам». Что, собственно, поменялось, что нового, чем люди занимаются, чем живут, что-то да поменялось в этих городах. Это проект «Окей, Гурьевск». Поехали! У вас такие классные игрушки на руках. Забрали их из дома, идем ко мне. Сейчас будем сказки читать и спать будем, потому что мы погуляли уже. А рука не устает, честно скажу? Знаешь, а чего она устанет? Он такой легкий. А давайте я буду буквально очень простые вопросы спрашивать про Гурьевск, но отвечать будет динозаврик. Динозаврик? Дива, а, да. Ну хорошо. В Гурьевске что-то вообще новое появилось? Нам очень нравится, что из недавнего... нравится, что из недавнего здесь появился у нас центр культуры. Там а вы голос меняете, да, специально? Я не типа знаю. Динозаврик. Ну, бабушка в хоре поет. А, бабушка, вот, вот она, бабушка, поет в хоре. Это бабушка? И, да. Типа тоже. Аналогия с тем, что динозавр? Только не забывайте, когда вы будете аплодировать, вы будете бить его по лицу. Да ни за что. Я обращаюсь ко всем жителям, чтобы все подписались на канал. Окей. Окей. Гурьевск. Да, окей, Гурьевск. А, окей, Гурьевск. Мы вам рады, гости наши. Все, вы переигрываете, все, не переигрывайте. Самое домашнее интервью получится. Работаете здесь, в Гурьевске, или куда-то уезжаете? В Гурьевске. Много здесь мест, возможностей? Маловато. Где хотели бы работать, честно, вот ваша мечта? Например, вы мечтали просто выходить на балкон, курить, и что вам за это деньги платили? Ох, нифига себе, так не бывает. Балкон относительно низко находится, кто-то забирался на балкон? Нет. Какая-нибудь красивая грудастая женщина заберется, что сделать? О, кофе угощу. А если красивый грудастый мужчина? Ну, значит, придется ему бежать. Человек пропал в Гурьевске, ищем. Не видели? Такая женщина с белой шапкой ходит, не видели здесь? Нет, как-то не видел, не обращал внимания. Рюкзак там еще был такой у нее, не видели? Нет. Пакет нет. Тоже не видели. Все, спасибо, хорошо. Пропал человек, мы ищем. Не видели? Женщина в красной шапке такой яркой ходит, не видели? Такой? Живую не знаю. Нет? Здравствуйте, извините, пожалуйста, мы ищем человека, может, вы нам поможете. Такая женщина в яркой куртке красной, не видели такую женщину здесь в Гурьевске ходит? Никого, ну, не примечали? Не знаю, не обращал внимания. Там, по-моему, еще люди говорят, что такая яркая сумка какая-то была в руках, желтая. Таких людей точно не видели? А это я, наверное. Точно вас ищут? Вы думаете? Да. Как вы думаете, почему вас могут искать? Ну, что я такая улыбчивая хожу. Да? А чем вы занимаетесь, если не секрет? Вот иду сейчас на дачу чеснок сажать. А потом этот чеснок сушите, забиваете куда-то и остаетесь веселые и позитивные. Только чеснок выращиваете там на даче? Все есть. Так я понял, почему вас искали. Мы стояли, и он обращается ко мне и говорит: где работаешь? А вот часто мужчина может сказать, там это не ваши выносят, то, что вы сажали? Нет, у меня там, за переездом. Вы как-то распространяете то, что там на даче у вас выращивают? Угощаю. Ну, нравится товар ваш? Тыквы. Беру. Нормально, да? А я же деньги с них не требую. А потому что, типа, первый раз бесплатно, а дальше они сами придут. Да. И пенсии маленькие, а это им какое-то подспорье. Куда вы меня снимаете? И будете выкладывать? А потом все ха-ха-ха? Так и будет, да. Ну, позитив, все будут веселые. Так, платите мне. Надо радоваться жизни. Да, да. И говорю мужа, да. А он такой вот. А муж хмурый, да? Хмурый, он скорпион. Эх. А я дева. Это вот хорошо, что я вот так его по-шорски. А так другая бы давно бы его вертанула. Поэтому он сидит дома, вы никуда не выпускаете, да? Нет, его? Ушел в гараж. Точно в гараж ушел? А может, он с девушками где-то? Ну, вообще бабник. Да? Так, может быть, и вы не на дачу, а? Просто сидите, отдыхаете или что-то, кого-то ждете? Или забыли ключ от домофона? Я же занимаюсь палисадником, чищу палисадник. Не, вы сидите просто. Нет, ну я сижу, отдыхаю. Поработала. Мы за вами следили, вы 5 минут уже сидите. Ну. Так, вы давайте, это ну. Немножечко, просто сегодня праздник необщительных людей. Всемирный празднуется. Вот, поэтому вас поздравляем с праздником. Ну, я вас тоже поздравляю, дальше что? Что интересного вам нравится вообще в Гурьевске? Парк сделали красиво. Парк сделали. А больше плюсов нету, потому что, блин... Давайте минусы. Минусы? А потому что вырубают леса и парки нам. Вот это большой минус нам. Только вы сказали, сделали парк, и говорите, вырубили парк. Его сделали, сразу вырубили? Нет, такие вопросы не задавай. Извините, пожалуйста, телеканал Развод ТВ, один вопрос, когда? Никогда. Сегодня. Все, спасибо. Здравствуйте, телеканал Алкоголь ТВ, один вопрос, когда успели? В смысле успели? Успели, просто
телеканал «Алкоголь ТВ»? Да, нет, не успевали. Мы о плохом немножко хотим. Давайте о плохом поговорим. У нас до сих пор вот даже оконные проемы в подвальном помещении стеклопакета не сделаны. Проблема в том, что у нас юмористический проект. То есть у нас не вся, ну, поэтому надо какую-то шутку хотя бы в конце сказать. Давайте скажем, что это все шутка была, что вы сказали. Нет, это не шутка. Это в натуре. Сегодня, знаете, какой день? Сегодня праздник людей, которые жалуются. Представляете? Ну вот я вам пожаловалась, да. Что делать. С праздником. Чудаки, да. Ищем, тут разыскивают человека. Мужчину не видели такого? Он уже взрослый, такой в камуфляжном ходит. Не видели такого человека? Не видел. Нет? С папкой в руках. Не было такого? С синей папкой? Да. Человек пропал сейчас, Гуревск ищет. Может быть, просто вы что-то узнаете про этого человека. Женщину не видели в Гуревске здесь? Местная, не знаю. С короткой стрижкой. Ни внимания не обращаю, ребята, мне некогда. Просто люди говорят, какие-то есть приметы какие-то, типа синий фартук какой-то был, тоже знаю, точно не видел? Знаю, говорю, не видел. Можно один вопрос? Гуревская газета, не видела? Это ищем девушку, она прям торопится куда-то. С AirPods у нее еще были, да-да-да. С AirPods не видела, видела, да? Просто симпатичную девушку в красном пальто. А где она? Она? Ну вот, проходила только что. Да? Как можно не заметить такую симпатичную девушку? А мы давно здесь не снимали уже. Что здесь поменялось? Мне кажется, по вечерам Гуревск стал более опасным. О, вот. А можешь пояснить? К девушкам приставали возле электрички, поэтому по вечерам здесь не ходить. К тебе пристают. Твои действия. Что ты будешь делать? Ну, я занималась карате, поэтому... Убежишь? Нет. Ну, да. Слушай, а ты смотрела наш проект, не видела? Видела, да, я смотрела, на ютубе смотрю. Если ты смотрела наши видосы, ты видела, я иногда задавал такие вопросы, типа, там, с подковыркой какой-нибудь, и люди тупили, реально тупили, это не подставные люди, но люди все равно в комментах писали, в каких-то пабликах, типа, постанова, подстава. Я буду задавать тебе вопросы простые, но ты должна специально отвечать неправильно, короче. Хорошо, поняла. Но если вдруг ты ответишь правильно по ошибке, то мы вырежем начало и выложим, и типа, ты реально тупила. Хорошо. Окей. Сколько дней в неделе? 5. Окей. 5. Как пишется «не» с глаголами? С глаголами? Ну, она не пишется вообще. Не пишется, правильно. На ноль делить? Можно. А нужно? Цвета светофора в России? Красный, белый, синий. Красный же есть, ты прокололась? Ну. Ты любишь своих родителей? Конечно. Ну. Проиграла. Ты проиграла. Поэтому мы обрезаем начало. Немножечко общения с вами. Сразу закрытая поза, понял, закрылся. Проект называется «Окей, Гуревск». Я ходил, снимал по городам и спрашивал какие-то вопросы, типа на знания, там, на внимательность. Люди отвечали неправильно, но... Вы выкинули сейчас бычки туда? Покер. А потом люди в комментариях писали везде в Инстаграме, типа, постанова. Я буду задавать вам вопросы, вам нужно специально отвечать неправильно. Да у меня 9 классов, я так тупой. Давай, сколько дней в неделе? 6. 8, по-моему. Так, хорошо. А как пишется «не» с глаголами? Бля, вообще без понятия. Наследный проблем. Ага. На ноль делить? Можно, конечно. В школе проходили. Да. А что сказал Герасим перед тем, как утопил Муму? Сдохни, блядь. Муму. Ты целовался с мальчиком? Нет. Да, ты сказал нет. Подожди, значит он соврал? Ты любишь своих родителей? Ясен хер. Да, да. Да. Так ты должен неправильно отвечать. Ну. Да, ты любишь Путина? Конечно. Со скольки лет в России можно официально убивать? Со 17. Вы сами из Гуревска? Про Гуревск что-нибудь есть, что рассказать? Вы из Гуревска? Да. Люди нормальные здесь в Гуревске? Угу. Общительные? Да. Какие-то ближайшие планы у вас есть? Чем хотите заняться? Заняться? Угу. Ну, охрану потерпеть. Если вдруг подходит какой-то негодяй и напрашивается на драку, как нужно защитить себя? Три правила. Ну... Слишком его как бы, слишком имеется в виду. У меня был случай тут, в Гуревске. Вышли. И пьяный до меня тут докопался. Да. Что он хотел от вас? Ну что, на бутылку. Так. Сесть? Предлагал выпить, предлагал это. Я говорю, мне некогда.
Что ты ждешь автобус? Да. Наша задача, чтобы ты пропустила его. Ты видел наши выпуски, наши видосы? Да, видела. И мы иногда там задаем вопросы, и люди иногда, ну, тупят. Ну, то есть это все по-честному. А люди в комментах, какие-то подписчики, реально думают, что это постановка. Mm-hmm. Как будто мы реально людей, ну, просим, типа, отвечать неправильно. Поэтому, короче, меня это все взбесило, и я решил реально сыграть с людьми в постановку. То есть я буду задавать тебе вопросы, а ты должна специально неправильно отвечать на них. Ну, давай я буду уж тогда сразу тупить. Да, что ждать, да? Давай попробуем. Сколько дней в неделе? 7. Ты сразу, ты затупила. Блин. Реально затупил. Ты должна отвечать неправильно, типа. Или ты, типа, неправильно сейчас ответила? Ну, 5 давай, ладно. Как пишется «не» с глаголами? Слить нам. О, видишь, поняла правила игры, нормально. На 0 делить? Можно. А ты целовалась с девочкой? Нет. Ну, конечно. Ну, блин, ты не поняла правила. О, сейчас автобус, ты должна его пропустить. Какие цвета в светофоре в России? Желтый, зеленый, розовый. Ты два правильных назвала. Ну так можно хоть. Ну ладно, ты любишь своих родителей? Безумно. Но на этот вопрос уже нельзя. Ты не поняла правила. Все, мы из-за этого сейчас обрежем. Интересно, ты заново? Сейчас еще один автобус. Нет, все, нет. Знаешь, реально существуют, короче, дебильные праздники по всему миру. Сегодня, знаешь, какой праздник? Всемирный день тупящих людей. Точно? Да. Не врешь? С праздником. С праздником! Ты назвала всех людей тупящими. Все, они тебя будут искать. Каждый по-своему тупит. Реально, человек потерялся, короче, в городе. Мы его ищем. Может быть, ты просто его видел. Ты гулял сегодня по городу? Нет. Пацан молодой вообще такой потерялся. Не видел? Нет, не видел. Много такой в яркой такой голубой шапке такой ходит. Нет, не видел. Черный бубончик еще такой. Не видел? Но если вдруг увидишь, скажешь нам. Хорошо. Хорошо. Голубая шапка, запомни, такая яркая. Ищем в Гурьевске человека. Может быть, видели мужчина в такой синей куртке? Не видели? Ищут просто такого человека. Нет? Не видели? Знаю. Говорят, что у него еще все ломается. Точно не видели такого? Не знаю я таких. Здравствуйте, извините, пожалуйста. Один буквально вопрос. Мы ищем человека в Гурьевске, разыскивают. Не видели? Мужчина такой уже в возрасте, такой торопится. Куда-то очень быстро идет в синей кепке. Не видели? Я в Василькове. А, вы на автобус опаздываете. Все, не опаздывайте. Это не из-за нас? Конечно, из-за вас. Блин, тогда давайте что-нибудь для вас хорошее сделаем. Что вам надо? А снимите мне фото. На что? Для чего? Давайте цель придумаем. В газету. Ой, газета не модно уже. В инстаграме вы есть? Нет. А давайте, может, сделаем вам страницу? Нет, не надо. Тогда газета. 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 В какую газету? Советская Россия. А есть такая еще? Есть. Может, GQ? Ну, еще новое время. Был порядок, дисциплина. Все работали. Все занимались делом. Вот, кстати, говорят, в Советском Союзе не было секса. Вот уже вранье? Не было секса, но зато столько детей было. Откуда брали-то? Заводы же были, колхозы, там делали детей, выращивали. А чем занимаетесь, если не секрет? Казанов, я пенсионер уже 20 лет. Ну, какие-то увлечения, хобби у вас есть? Конечно. Допустим, вы любите опаздывать на автобусы? Нет, я в такси работал 15 лет в Алма-Ате. На меня удавку набрасывали. Как вы спаслись? Трое сзади сидело. Я руку сунул вот так вот и перебросил. Дверь сразу открыл, я за рулем был. И вывалился с машины. Все, смотрите, не опаздывайте только на фото. Все, спасибо вам большое. Спасибо. Хорошего дня вам. Ни на кого удавки не набрасывайте. Все, нет, не нет, надо, нет, все. Здравствуйте, телеканал Игнор ТВ. До свидания. Все, спасибо. У нас вопросов не было. Здравствуйте, телеканал Игнор ТВ. Ой, все, извините, вы нам не подходите. Все, спасибо, да. Телеканал Скорость ТВ. Успеваете? Ну да. Все, спасибо. Хорошего настроения. Здравствуйте, телеканал Пиздец ТВ. Че, пацаны, полный? Полный. Все, спасибо. Здравствуйте, ребят, телеканал Толпа ТВ. А ну разбежались. Они реально разбежались, прикинь. Вот и подошел к концу наш увлекательный, исключительно юмористического характера выпуск в городе Гурьевск. Поедем дальше куда-нибудь, но уже не в Гурьевск, потому что в Гурьевске мы только что снимали. Это проект «Окей, Гурьевск», город Гурьевск. Пока.